друзья, мерсим. Сегодня хотел поделиться своим бесценным настоящим опытом, как мы поднимаем сироток. Козлят, поросят, то есть это маленькие животные, которые остались без мамки, без родителей. А все началось это с самого начала, когда мы только приехали в деревню. Приехали мы осенью, и зимой нам уже подарили маленького барашка. У нас тогда не было еще хозяйства, ну, в плане там молока. Мы покупали коровье молоко и, значит, выкармливали его. Вот раньше вообще, ну, там даже не в глубокой древности, а родители наши рассказывают в деревнях. Обычно, когда рождались, там, теленок, например, родился, его притаскивали домой, там, где-то он за печкой жил, где-то курочка сидела под лавкой, там, вот. И также и мы барашка тоже принесли домой. Жил он у нас в такой, ну, пластиковой коробочке, в общем, в ящичке в таком, вот, бегал по дому, вот, по коридору. Мы его кормили молоком. Сейчас это, ну, я покажу, можно будет посмотреть. Оп, голову. Голову не туда. Ой, оп, оп. И куда, куда, куда? Не туда. Оп. 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 О, пищит! Вот, мы начали с этого барашка. По-моему, мы его вырастили. Но было и были другие случаи, когда у нас не получалось. В общем, время шло, мы набирались опыта. И в этом году непосредственно тоже, как у нас получилось. Козы у нас, в общем, как-то покрылись на автомате. Вот был козел, профессионал. В общем, мы не записали. И главное, когда начались такие жуткие морозы у нас перед Новым годом, они, как правило, начинают рожать. Вот. И родила у нас первая коза, но в силу каких-то обстоятельств, не знаю, что-то там у нее случилось, она, в общем, не смогла разродиться, ну, так скажем, нужным образом. Вот. Один козленок вообще мертвый родился у нее, такое тоже бывает, и пришлось ее, в общем, заколоть. Соответственно, у нее остался малыш. Вот в природе там все просто, там закон джунглей, то есть выживает сильнейший. Вот так вот, если бы родился бы где-то в природе, там бы все бы умерли и все. Вот. Но человек разумное создание, самое разумное на земле. Вот. Поэтому мы пытаемся как-то выкормить их, поднять их и так далее. Вот. И, соответственно, ну, даже получается. Вот. Мы взяли этого козленка, отнесли домой, на печке согрели и начали его кормить молоком. Поскольку это была первая коза, у нас, слава богу, было молоко припасенное еще старое в морозилке. Мы его размораживали, потихонечку давали, помаленечку. Значит, да, у нас уже есть определенный опыт. Вообще таблицы, сколько давать новорожденным, козлятам, поросятам, есть все это в интернете. Потом постепенно дозу увеличиваешь и с 10 дня уже начинаешь прикармливать овсяным киселем. То есть это варишь овсяную кашу, значит, разбавляешь ее с молоком, там тоже в пропорции все, и уже, то есть, ну, не чистым молоком, а уже можно овсяной кашей кормить. Вот, соответственно, мы этого козленка начали кормить молоком, то есть, и кормили его, естественно, наши дети. Вот сейчас вы посмотрите, как это красиво. Потом, когда у нас этот козленочек уже оклемался, уже стал получше себя чувствовать, мы его перевезли в сарайку, кормили его также вот этим овсяным молоком, с козьим молоком тоже смешивали. Вообще, очень огромный плюс козьего молока, оно более жирнее, по всей видимости, более усваивается. То есть и на нем животных поднимать лучше, даже чем на коровьем молоке. Вот. И теперь, помимо овсяного молока, что я еще делаю? У меня другие козы потом накатились, значит,
И я отсаживаю козлят от других коз на некоторое время, на чуть-чуть, чтобы у них молоко добавилось, вот, в имя. И, значит, ставлю козу в станок и нашего этого сиротку подпускаю к ней. То есть он еще дополнительно пьет настоящее молоко. А сейчас мы посмотрим. Так, что, на полочку пойдем? Давай. Опа. Молодец, она уже знает. Сейчас самое интересное. Сейчас я позову нашего паренька, козлика. И вы посмотрите, с каким он, с какой радостью прям сюда прибежит. Смотрите, как он жадно прям кушает. Ну-ка, давай молочка, черноподочка. Ну, вот она, конечно, тоже увлечена занятием. Кушает там зерно. Вот, потому что, ну, в общем, они все любят его. Вот, и ей все равно, кто ее тут сосет. Вот, а ему прям, пока она стоит, вот он как бедный, просит у нее молочка. Вот, и таким образом, получается, овсяным киселем и живым молоком они, значит, подрастают хорошо. Он уже начал кушать сено, по-моему, даже зерно там что-то я видел, жевал. Вот, и сено тоже уже ест помаленечку. Одного мы паренька покормили, теперь я молочка подаю, это вот тоже от другой козы, точнее другая уже коза, вот, козлят ее тоже отсадили на некоторое время, этим молочком мы покормим поросят. Что касается козленка, значит, конечно, то, что мы отсаживаем козлят от матери, тут надо тоже правильно это все делать. Ну, на какое-то на небольшое время, вот, козленка покормили, потом опять козлят мамкиных с ней соединили. От них, собственно, или от нее не убудет, вот, потому что они большую часть ней находятся. И как бы нормально все. У нас и этот кормится, и мамка еще, чужая мамка кормит еще и своих, и другого козленка. Значит, помимо козлят мы еще выращивали также поросят маленьких. Вот. Все это тоже началось давно, когда мы только сюда приехали. Как-то тоже отдали нам поросенка маленького, лишнего в помете. Ну, когда, знаете, бывает, свиноматка рождает слишком много, и тоже потом она не может их вырастить. Какие-то, значит, которые хиленькие, они потом такие хиленькие остаются или их забивают. То есть сразу отнимают, оставляют там 10-11 штук, ну, самое универсальное, так, самый хороший вот такой помет, чтобы и всем все хватало. Вот. И мы, значит, тоже не имея опыта, но научившись у людей, нам подсказали, здесь тоже были бывалые, значит, как размешивать молочко. И огромный плюс, ну, я считаю тоже, конечно, это козье молоко. Вот. И, собственно, мы выращивали больших поросят. То есть дотянуть до определенного времени, когда ты потом уже начнешь его кормить дробленкой. То есть вот это вот самый такой тяжелый период. Вот. Мы прям кормили с самого момента, когда
ну, его как бы только отняли. То есть они еще даже не понимают, то есть они ищут там титьку материну, вот, а ты берешь вот такое блюдце там, не знаю, корыце какое-то, и начинаешь его прям мордочкой тыкать. Это буквально в течение дня все происходит, то есть здесь надо иметь терпение хозяину, потому что, ну, малыш будет там сопротивляться, все, а потом он поймет. Вот, и все, и потом он сам уже начнет сюда, значит, присасываться, вот, и все. И потом через некоторое время, значит, ну, уже будет сам есть нормально. Нам в этом году отдали 2 лишних поросят людям, вот, и 2-недельных. То есть это уже достаточно большие поросята. Сейчас я взял овсяный киселек, вот, размешал его тоже с горячей водичкой. Сейчас это все смешиваю с молоком, которое я подаю, вот. И по порции, вот по такой, каждому поросенку сейчас будем кормить. Это, конечно, не кролики, но просто его пили. Значит, все, конечно, нарабатывается как бы, ну, со временем, опыт приходит со временем, вот, поэтому даже мы брали поросят гораздо меньше по возрасту, и как бы сейчас уже нет какой-то боязни, страха и так далее. Все делаю с молитвой, как наша баба делала. И у бабы у нашей получалось, и у нас будет получаться. Вот, надо, ой, немножко размешать. Вот. Их я уже приучил, потому что они все-таки 2 недели были под мамкой. Там чуть-чуть голодом посидели полдня, как говорится, и все. И начали. Вот это колорифер я поставил, мне их отдали, и тут у нас грянули морозы. Вот. Кто-то лампочку ставит, я вот, в общем, ставлю колорифер, им хорошо. Ну, давайте, ребята, давайте. Ух ты, кусает меня за руку, смотри-ка. Один как-то лучше стяжки есть, а другой вот с краешку. То есть. Одного получается более как бы правильнее кушать что-то, вот другой только через край ест почему-то. Ну это пока временно, я думаю, он потом тоже поймет. Вот начинаешь их кормить, все, начинает в тебя тыкаться, марать начинает. Поэтому здесь, конечно, лучше в праздничной одежде не приходить, пить в чашку. Это прям вообще необходимо у них такое делать. Там с той стороны он это меня ковыряет. Чем наступать ногами, непонятно. А там, конечно, вон товарищи ждут остатков. И получается, что несколько коз тянут все хозяйство. Им нужно и козлят поднимать, и поросят поднимать. Смотри, 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 что делать. А? О, ты такой жулик. О, зачем мне марать-то все? Вот они немножко уже поели и уже так. Естественно, кормить не за раз много, а несколько раз, рекомендуют 6 раз в день. Ну, у нас там раза 4, наверное, получается. Вот. Я не рассказываю конкретный рецепт. Значит, ну, все это написано в интернете. А обязательно тоже нужно добавлять яички. Вот мы когда варим этот овсяный киселек, туда 2 яйца добавляем. Яйцо оно скрепляет. Чтобы у них стул был хороший, потому что если у них стул разжижится, потом это, ну, может печально все вылиться, конечно. Ну давай, 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 давай. Вот какой жук неспокойный, а? Всем что-то надо. А что делать, да? Значит, я хотел немножко рассказать про этот домик. Сам это я его сколотил. Для чего? Вот именно для вот таких сироток. Потому что, когда мы это дело начинали, было всегда интересно что-то новое испробовать, так скажем, почувствовать свои силы. Ну и в конце концов, если ты его вырастешь, что козленка, что поросенка, собственно, вырастить нужно до определенного возраста. Вот, то есть, вот как какую-то черту перейти, и все. И потом уже абсолютно не страшно. Потом они уже сами растут, уже прям хорошо. Вот. Домик этот из деревяшек, значит... Тут вот такое окошко, да, как этих в мультиках Том и Джерри. У них у мышки всегда там была такое, такая дверка. В общем, сотовый карбонат сделал. И здесь у меня всегда шла лампочка.
То есть сверху там где-то лампочку, ну, были, до этого были маленькие, лампочка там, не знаю, на сколько ватт, на 60, может быть, небольшая. Потом, когда они подрастали, начинали ее трясти, конечно, я лампочку убирал. Домик для того, чтобы поросятам нужно тепло. Вот. Особенно на первоначальном этапе, прям, ну, то есть, даже вот какая-то комнатная температура, это да не холодно. Они всегда вот жмутся друг к другу, но нужно еще какое-то внешнее тепло. Они обычно, когда маленькие, греются возле мамки, то есть все вместе ложатся возле нее там. Вот. Здесь же я поставил калорифер, вот, но тоже постоянно смотрю, они уже прям эту сеточку двигают, я тут кирпичи положил. И они прям хорошо-хорошо им возле этого калорифера, он греется, но он у меня в холодные периоды времени не только поросят греет, то есть это вот просто сейчас, да, так поросят вот мы взяли, а вообще немножечко сарайку подогревает, потому что когда слишком большой минус на улице, чтобы у меня не перехватило систему водоснабжения, то есть вот тут поилки козьи. Вот. В этот раз у меня скотинки мало здесь, и как бы в основном тепло от скотины идет, вот там свинья, она одна осталась, вот, поэтому в принципе, ну, тепла мало, поэтому приходится добавлять, вот, тоже это как бы не дешево, но все же надежнее, вот, придется потом за электричество заплатить какое-то время, за какое-то время, вот, ну, долго он работать не будет, чуть-чуть поработает, сколько потом тепло будет, я его выключу, конечно. Так, ну давайте еще чуть-чуть покушаем. Характер у животного с маленького возраста уже вот определяется. Вот один спокойный, а другой, смотри, какой шебутной, прям живой такой. Когда малыш живой, это хорошо, то есть это чувствуется в нем признаки жизни. Вот. Бывает, когда совсем такой тихий какой-то, то есть, ну, это уже то ли не жилец, то ли неизвестно, вырастешь ты его, выкормишь или нет. Вот. Но бояться не надо, пробуйте, значит, для тех, кто недавно переехал, дело очень интересное. Вот, и если уже есть, например, свои козы там или корова, то есть получается даже как бы выгодно, там отдали тебе поросенка, либо продали за очень низкую цену, ты его выкормил на своем молоке, ну и вроде как и деньги большие не платил, и потом еще и продал. Так что пробуйте, пытайтесь, и получилось у нас, я думаю, у вас тоже получится. Всего доброго, до новых встреч, новых видео. Вообще у нас тут в коридоре такой реабилитационный центр для всяких... Всякие тут каличи, убогие, косые, хромоногие. Вот тут курицы какие-то. Вот наш сиротка наш. Ну и тут кошки заодно тоже. Так что всех приходится вот тут вот кормить, в общем. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.